Всем привет! Сегодня 14 июля. Хочу показать, что творится с моими калибрашками. Погода никакая, постоянно дожди. Но благо, что еще температура более-менее нормальная установилась. Ну вот, что происходит. Конечно, радостного мало. Ну, вот это вот так вот расцвела вся. Более-менее хлороз на ней отступил. Феровитом пользовалась, наверное, раз пять на других. Вот расцвела еще вот такого цвета. Кстати, вот принесла пакетики, чтобы сравнить, да, что покупалось и что ожидалось. Вот это вот полностью совпадает. Вот это вот здорово, такая классная она получилась. Но немножко такой кустик развалистый, но ничего, я попробую черенковать. И после черенкования думаю, что он распушится немножко. Вот такая вот расцвела. Цветочек уже, наверное, больше недели. Я не снимала, потому что все никак, ой, не реанимирую их. Накинулась на них болезнь, то вот все желтеет. Думаю, что хлороз, а может быть и не хлороз, потому что причин может быть много. Препараты не действуют, и под корешок поливала, и по листочкам обрабатывала. Ну, как-то эффекта мало, вообще нет, я бы сказала. Ну, вот что по цвету. Цвет также, можно сказать, совпадает. Ну, была она немножко поярче, уже увядает цветочек. Вот. Цвет совпадает. Так, дальше. Вот желтенькая была. Была вся в цветочках. И вдруг вот стала вот так вот увядать, и все. Я подумала, что надломилась. Вот здесь вот стебелек надломился. Но вот второй был еще живой. А сейчас смотрю, что и второй тоже начинает. Видите, как будто ему не хватает влаги. И такой вот он весь. Такое чувство, как будто действительно, вот как будто он отломился. Такое вот печалька такая. Не знаю, попробую черенковать тоже, пока вот это совсем не усох. А был он красивый-красивый, желтого цвета вот такого. Все совпадает цвет. Шикарная была калибраха, но вот почему-то что-то с ней. Не знаю, что такое. Так, дальше. Белая. Беленькая расцвела тоже. Но цветочки какие-то непонятные. Никак не распустятся, не раскроются. Вот в таком состоянии замирают. Макушки все желтеют до такой степени, что аж практически белые становятся. Листочки на листочках появляются вот такие, как ожоги. Ой, не знаю, может быть, кто что посоветует, потому что от хлороза пользовалась, и вчера вот все-таки ридомилом обработала. Ну, белая есть белая, белый цвет тоже совпадает, вот такая вот должна быть. Вот еще, кстати, одна белая, у которой вот с макушками тоже вот такая вот беда. Вот она беленькая тоже. Очень жалко. Это которая вот с самого начала кустилась у меня без прищипки. Вот они не отрываются, они не засыхают. Непонятно, что это такое происходит. Непонятно. Что такое? Вот такая вот ерунда. Ну и вот такая еще
Никак я не пойму, ни белая, ни розовая, никакая, в общем. Но какая она должна быть? Не знаю, что остается. Вот такая вот какой-то, не пойми чего. Вот такая вот. Возможно, это из-за заболевания вот это, которое на них накинулось, что тоже цвет цветочков. Вот. Так что вот такие вот дела. В этом году все никак не пойдет. Сплошные дожди, сырость. Стоят они у меня в теплице. Ну, тоже вот такая вот история у нас. Ну вот, на этом, наверное, и все. Всем пока.